новый Тигуан с нулевым пробегом. Уже Stage 1 на нем стоит. Ну и мы вместе с владельцем и владелицей этого автомобиля решили, что необходимо сделать подготовку к Stage 2, а то и к Stage 3. Соответственно, что здесь нас ждет? Во-первых, даунпайп из 2-мм нержавеющей стали 34 на 76 трубе. Дальше практически до заднего моста идет 76 труба. То есть раздувать этот выхлоп будет, в принципе, до 600 лошадиных сил. Пропускная способность его не снижается. Далее, тут в трассе установлены резонатор Гельмгольца и обычный резонатор. Для чего это сделано? Во-первых, гул, во-вторых, излишний звон. На пайпе, к сожалению, на таких машинах сильно звенит пустая труба даунпайпа. И этот вопрос, он практически никак не решается, но мы приглушаем этот звук для того, чтобы было более комфортно. Против течения понимаешь, чего стоит свободное мнение. Звенья собираются в длинные цепочки. Линия жизни становится точкой. Помимо этих работ, также мы сейчас установим заслонки вакуумные, отдельно компрессор, который не подключается к штатным системам и не мешает автомобилю. Он автономен и работает отдельно. Две вакуумные заслонки на 63-й трубе. И все это вокруг баночки обходит. И также примерно в тех же местах будет установлено дополнительно две магистрали вниз. Работа сложная, работа тяжелая, она всегда кропотлива. На аргоне это занимает много времени, много сил у мастеров. Зато мы получаем блистательный результат. Конечно же, оцените его, наденьте наушники, послушайте, как получился тихий режим и как громкий режим. Погнали смотреть. То, что не стереть, как сильно не ты. Свобода — это то, что у меня внутри.